За 10 лет такой результат. А как первая любовь, она сердце жжет, а вторая любовь, она к первой льнет, а как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке, а как третья любовь, ключ дрожит в замке. Ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как первая война, да ничья вина, а вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как первый обман, да на заре туман, а второй обман закачался пьян. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. Дорогие гости, спасибо, что вы пришли на Тартуский фестиваль «Музыка листопада» и что вы все эти 10 лет были с нами. Слово для открытия фестиваля предоставляется мэру города Тарту Урмасу Классу. Уважаемая Людмила и ваша семья, все организаторы фестиваля, дорогие гости, kallid külalised, head tartlased ja Tartu külalised, дорогие люди. Сегодня особенный день. Фестивалю исполняется 10 лет. Фестиваль, как мы видели, уже вырос, не совсем маленький. И фестиваль стал интердисциплинарным, поскольку разные виды искусства представлены на этом фестивале. И я уверен и действительно от всей души скажу, что я лично и многие наши горожане, и гости, конечно, тоже не могут представить себе осень Тарту или вообще Тарту без музыки авторской песни, музыки листопада. Огромное-огромное спасибо организаторам и всем, которые любят этот фестиваль. И, конечно, этот же год и этот фестиваль тоже всегда, можно сказать, по-другому, поскольку мы точно знаем и есть решение от международного жюри, что город Тарту будет европейской столицей культуры
24 году. Так что будет, да, европейской столицей культуры, и, конечно, этот год, 24-й год, приносит нам очень много внимания, очень много возможностей развивать дальше культурную жизнь в Тарту. И эта жизнь всегда она была очень интересным, богатым, международным, интердисциплинарным, так что я уверен, что все наши инициативы в сфере культуры, и не только культуры, развиваются дальше и в рамках этой столицы. Я хочу передать эти цветы, букет, осенний букет от глубины моей души, Людмила, вам за этот прекрасный труд. И благодаря вам и вашим близким и гостям у нас есть этот фестиваль. У нас есть песни, которые спасут мир. Я все же скажу буквально пару слов. Наверное, не будет такой поддержки городской на протяжении всех этих лет, нам бы не выжить, но я не буду благодарить в этом вот именно мэр города, и я не думаю, что это правильно. Правда? Да. Потому что это нормально. И поэтому я... Мы, правда, старались все эти годы не ударить в грязь лицом, достойно делать свое дело, но мы решили пошутить над вами. И слава Лихачев, дорогой наш главный художник юбилейного фестиваля, постарался на славу. Ну, чтобы не было так грустно, мы сделали и цветное. А еще я попросила Славу написать вот эту акварель. Я знаю, что это рабочее место нашего мэра. Мне будет очень приятно, если эта картина будет вам напоминать о нашем фестивале дома, если можно. Вот это отчет такой небольшой о проделанной работе.